Привет, друзья! Привет всем подписчикам, привет всем, кто не подписан до сих пор, тем, кто успел отписаться. Еду сейчас на коп, ребята, не меньше вашего хочу поехать покопать, но ввиду определенных обстоятельств семейных и жизненных, не все получается так, как хотелось бы, я думаю, многие меня поймут. Еще хотел обратить внимание, что как бы очень много подписчиков отписываются от моего канала ввиду того, что видят размещенные видео по тематике моделизм. Хотел попросить комрадов, кто как бы смотрит мой канал, не отписываться. Видео про коп будут. Если вам как бы не нравится видео про моделизм, ну, просто пропускайте их и как бы не обращайте на них внимания. Это как просьба. Ну, если вам как бы не в моготу, конечно же, то, в принципе, ну, дело ваше, можете отписываться. Еще хотел сказать, что копать я не прекратил, я продолжаю копать. Еще раз повторюсь, что обстоятельства иногда не позволяют выехать на коп. Ну вот сегодня я еду, с комрады меня ждут. Еду к Сергею Алмазову. Все помните его канал, и кто не помнит, будет ссылочка вот здесь или вот здесь где-то в верхнем углу. Поэтому, ребята, не переключайтесь. Еще раз обращаю внимание, копать я буду продолжать, буду стараться по максимуму выезжать на коп и радовать вас интересными видео. Ни в коем случае не отписывайтесь, будет интересно. Еще вот один из последних выездов, это где-то месяца полтора назад мы ездили копать. Там как бы особого копа нет, там есть одна находка, единственная была за тот день. Я ее, наверное, вставлю в видео, там небольшой кусочек будет. Находка нормальная такая, средняя, ничего особенного, но приятно. Так что смотрите, не переключайтесь. Друзья, как вы уже поняли, мы находимся на копе. Я никуда не пропал. Многие задают вопросы, почему не снимаешь видео. Ребята, работа, дом. Сейчас еще грядут определенные перемены. Серьезно, ну это потом в дальнейшем, может быть, расскажу в следующих из видео. Сегодня выехали покопать вот четвером с ребятами. Это второе поле у нас за сегодня. Как бы никаких интересных находок не было. Там несколько пуговиц немецких и всякая мура, короче. Ребят, там пару монет. И вот у меня первая монета выскакивает, первый сигнал. Ребята, как красиво она упала, гляньте. Сразу видно, что это. Это у нас 20-улик. Сейчас. Первая монета за сегодня и первый билон. Красота. Вот он лежит. Красиво как. Красиво лежит. Этот момент. Вот ради такого момента, ради даже одной монеты такой стоит уезжать, в принципе, на коп. Вот ради таких вот. Ради таких кадров. Ой, да еще и сохран какой песенный. Красота вообще просто супер. Не хочу ее сильно тереть. Посмотрите. Какой сохран, а? Песня просто. Обалдеть. Просто обалдеть. Я рад. Ребята, это первый такой полноценный коп за последние, наверное, 3 месяца. И так вот порадовала первая монетка. Супер, просто супер. Идем дальше. Не переключайтесь. Ничего. Вот сейчас у комрада выскочило серебро. Сейчас посмотрим, что там за сереброшка. Металлоискатель я кинул сзади. Сейчас идем. Посмотрим. Аж закурил, да? Сейчас. Ну вот здесь срабатывает. Я пальцем вот тут один.
А ты увидел серебро, да? Да, я вижу белое. А, вот он. Вот, это походу десюлик. Про двером, да. Жалко тереть его. Да ладно. Да, ля, как красота. Угу. Сейчас я камеру вам настрою. 10 копеек. Да, супер. Зарек или совет? Не, советы. Советы. 10 копеек, 25-й что ли. Ну, тереть его сильно не надо, наверное. Да. Поцарапай. Хорош. Короче, иду назад. Забрал прибор сейчас. Сейчас он, комрад там. Не успел отойти от него, он уже опять что-то нашел. Блять, прибор пищит, сука. Сейчас. Вон одна яма. А вот вторая сейчас. Сейчас посмотрим. А, наверху, да? Да, я же даже не копал. Нужно назад отойти. Блин, я ее прям глазами видел. Царек такой толстый, какая-то монета была. А, ну же, нужно назад. А ну подожди, я уже уберу свой это. Блин, ну тут прям наверху лежало. Жопа. А вот тут назад еще вернуться. Может лопату? Вот тут посмотри, вот тут. А вот тут прям наверху. Вот тут. Такая монета. А вот, во-во-во, вижу. А вот, нихуя себе, пятак, походу, как этот, 24-го. Вот ля, красота. Пятак 24-го, да, точно. Ля, класс, ты что, и в рельефе. Та песня вообще, пиздец. Вот это я понимаю. Попёр, ранний совет, ля. 10-5. Вот что водка. Вот это класс. Водка животворящая. Артём, наливай. Опять один шаг и опять вот сигнал. Может, бинпоинт это? Сейчас. Что там хрустит? Харь. А, вон, смотри, железо, железо, железо. Иди. Железо. А, вон кольцо, блядь, видишь? Ну и такое бывает, все, бля. Кольцо, что-то на кольце. На конце. Цепь какая-то, наверное. Жопа. Обручалка, блядь. Эфиопов. Пипец. Искали монету, а нашли вот шляпу такую. Кто-то изнурялся на 20. 20 копеек. 49-й год. 49-й год, 20 копеек. Да, короче, их не пощадили. Не видно? Говорит, надо это дело облить. Так, вот он, монетосик. И это у нас. Сейчас мы фокус сделаем. Еще. Вот, Капейсон. А? Зацепило Деус все-таки. Я что-то начал грешить уже. Да нет, Деус это все-таки про порно. Порно, ага. Говорит, и про старуху. Это у нас говорит владелец терки. И про старуху бывает порнуха. Порнуха, да. 1927 какой-то. Так, ладно, пойдем дальше. Так, а ну-ка. Вот вторая. Что, сдается мне нас немного на ее. А нет. Второе серебро, блин. Десюлик так тот же самый, да? Не знаю. Красота вообще. В красоте 30-й. 30-й? Ага. 30-й год. Да вообще песня, бля. Фокус. И вот второй. Чтобы не было комментариев, что мы вас наел. Да, вот так вот бывает. Идем дальше.
хвост. Ассасиновик называется. Хвост выпадает. Вот такая пуля. Это, наверное, старая. Смотри. Что? Пуля. С ободком. Такая необычная. А может и времен войны Великой Отечественной. Хотя вряд ли. Так, ребят, очередная монета. Слева он. Очередной монетосик. Это сейчас я отвернусь от ветра. Уже замучил. Это советы. Ранние. Не самые ранние, но это Двундель. Год у нас. Сейчас, секунду. Год 31 год, 2 копейки. Что-то не сильно меня радуют такие находки. У кого-то серебро, у кого-то шмурдячок. По-видимому, я настроил Деус на мелкие сигналы. И вот уже вторая копейка, 28 год, убиенная. Надо что-то, блин, перенастраивать на нормальные монеты. Ладно, пойдем дальше.